добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня в гостях Макс Брандт. Всем привет, я Макс Брандт, я сегодня в гостях у Милены. И сегодня мы будем снимать челлендж. Вы так долго просили, и мы нашли просто супер-мега-классный челлендж, он вам точно понравится. Называется он Draw Blindfold Challenge. Draw Blindfold Challenge. Суть в том, что я закрываю глаза, допустим, что-то рисую, и Макс должен угадать, что это. И наоборот. И кто больше угадает, тот молодец. Напишите в комментариях, кто будет лучшим, потому что цифры не всегда точны. А вот кто вам больше понравился, тот и, короче, выиграет в этом челлендже. Black Marker. Мы доверяем друг другу, поэтому мы закрываем глаза просто... Глазами. Веками, да. Без чего-либо. Окей, давай. Давай. Как это рисуется? Ладно, давай. Ты можешь пока... Очки? Нет. Это медуза, это машина, это скрипка. О, боже, практически. Виолончель. Да, виолончель. А это что? Я не вижу, где это рисую. Это уже на что-то странное похоже. Так, это человек, да? Класс. Он играет на виолончель. Но это что-то большое, большая гитара. Просто гитара. А, ну ни хрена себе гитара. И главное, это, говорит, человек. То есть... Ну, это понятно. Это был реально человек, но... Я таких еще не видела гитар. Ну, хорошо. Неплохо. Начали с легкого, все в порядке, усложняем постепенно. Теперь ты. Так. Закрывай глаза глазами, черный маркер. А, можешь синий взять. Закрывай глаза, придумывай слово, рисуй. Так, рисуем. Это человек, кудрявый, это жук, это бабочка, бабочка. Нет. Как нет, да? Ну тут типа ножки. Так, тут ножки, окей. И здесь крылья такие. Ну. И здесь у него кудряшки, здесь он держит... Пчелка, пчела. Нет. А, это самый ангелок, ангел, да, этот, Купидон. Да. Ну что, ну ведь похоже просто, я мастер. Ты просто видишь, очень скомканно рисуешь, поэтому понятней. Я-то на всю Ивановскую делаю. Только ты, кстати, мне не подсказывай, типа, это крылышки, это что-то. То есть ты рисуешь, а я просто угадываю, а ты там можешь сказать да или нет. Потому что ладно. Это слишком легко. Но ты бы не угадал просто. Спасибо. Не, нормально. Так, флажок. Как это называется? О, господи, лунка. Сейчас. Я забыла, как это называется. Я знаю, что это секунда. Ну там типа шарики гоняют по полу. Да, да, да. В лунку, да. Как называется? Сейчас. Что-то я туплю, все из-за головы вижу. Человек с болезнью. И с двумя клюшками. Но я не помню. Как называется эта игра? Первую букву скажи. Г. Голь. Да. О, реально круто нарисовано. Я бы с открытыми так не нарисовал. Блин, ребят, это пойдет в музей Поле чудес. Обязательно. Чуть давай посложнее, потому что вот гольф, купидон, это все легко. Давай вот прям, чтобы я засыпался. Так. Окей, итак. Это батон с глаза. Сыр. Батон с глаза. Счеты. Нет. Калькулятор. Нет. Окей, это человек с лицом, он что-то ест, это ему в рот отправляется. Да. Это еда. Нет, не совсем. То есть это телефон, мобильный телефон, грустный человек звонит, это будильник. Нет. Микроволновая печь. Нет. Да, чемодан. Нет. А почему в рот тогда? Айфон огромный, айфон 12+. Нет. Такое происходит, и плохому человеку хорошо. Понимаешь? Плохому человеку хорошо – это несправедливость. Ты ее рисуешь? Как нарисовать несправедливость? Вот она. Ну нет, человеку плохо, но становится хорошо, понимаешь? Счастье? Почти. Эйфория? Ну нет. Так сказать, это самое. Нет, но это все делают. Даже ты? Ты тоже бывает. Ну... ну, еда, сон, подушка. Нет. Да как нет? Плохому человеку хорошо. Вот в коробке. В коробочке? Да хороший человек. Ему плохо просто.
Он голоден, он устал. Он ест. Сытость. Нет. Что съесть, чтобы стало хорошо, когда тепло. Наркотики? Нет. Похоже на чемодан, на сыр, на плитку шоколада, сладость, сладкая. Вот. И здесь... Это... M&M's, тик-так, драже, какой-то жвачка. Нет. Холодок. Нет. Ты сдаешься? Такая сразу. Воу. Ничего не сдаюсь. Да. Я не знаю, так. Да смотри, давай подытожим. Ты лучше меня уже не нарисуешь. Вот оно там лежит. В желудке. Ну и до желудка, и в желудке. Ну, во рту, окей? Да, да, да. Во рту лежит что-то, что человек съел, ему стало хорошо, это сладость, это еда. Нет, это не сладость и не еда. Положил в рот, и ему стало хорошо. То есть, что человек сует в рот, но ему сигарета. Нет, это похоже на сигареты? Это похоже на объяснение того, что это. Нет, давай подытожим, окей, плохому, ну хорошо, любому человеку плохо, да, да. Он сует из коробочки это в рот, да. Не еду, и да. Ему становится хорошо. Да. Градусник? Нет, тебе хорошо. Таблетки? Да. В смысле? Смотри, как я крутая. В смысле таблетки? Форевролон какой-то. Это реально форевролон. Ребят, ну это таблетки как бы... Окей. Нурофен, вот я же показывала. Это нурофен называется. В общем, я понял. Человек. Ты угадал, молодец. Так. Его поломал что-то на меня. Это страшно. Он что, штангу зубами таскает? А, это конфета, да? Конфета? Ну, отвечай мне. Я же забыл. Ну, отвечай мне. Это не конфета. Я сыграю. Я сбился, где я нарисовал уже. То есть, я могу помочь вам сделать. Так, ну окей. Короче, там... Ушки лисы? Нет. База. Подожди. Сейчас. Это. Сейчас, короче. Еще один человек. Блин, как ты быстро это угадываешь? Я уже, знаешь, по движению руки понимаю, вот, что ну, как бы. Отработано. Подожди, то есть это... По первому взмаху. То есть тут, короче. Угу. Так. Это первый наш человек. Да. Еще так вообще. Ну, это не конфеты. Это не конфеты. Что-то с ним точно не то. Это карма у него такая, что? Хорошо. Или он что-то стреляет? А, это что, автомат? Он стреляет другого человека? Подожди, это проекция, как бы. То есть, он снимает кого-то, он ютубер, да? Да, и вот этот... Это твоя студия? Это твоя студия. Похоже. Нет. Моя? А это мы, что ли? Ну, типа вот это. А почему же ты один или я? Что ты пытаешься мне показать? Кровать? Нет, это не кровать, это... И стрелка на стену, да. Что, это Стас? Нет, это вообще это не надо. Я понял, что это не работает. То есть, ну вот этот, короче, делает этого это. И вот... Оператор снимает. И вот это кто? А человек? Видеоблогер? Да! Я же сказала. Ты сказала другой. Прямо слово видеоблогер не было. А это что? Ну типа фон, зеленка, я думал. Это видеоблогер. Ты вообще видишь, что это просто из автомата? Это просто типа, знаешь, как, ну, там, ладно, счет 3-1, да? Да, счет... Они сами там считают. Вы сами там считаете, ребята, потому что мы все в игре, мы не можем считать. Твоя очередь, давай. Так, ну сейчас будет довольно просто, но я тебе даю фору немного. Это боб. Баобаб. Это... Готово. Готово? Погоди, это он, кура-гриль. Нет. Он ведь... На дереве птица. Какая? А, то есть какая? Тут непонятно. Дрозд. Это сова! Да, молодец. Нет. Что-то лоб большеват получился. Лоб большеват, маленькие глаза. Вот. Я думала, поклюв. Моргнула, видимо. То есть, ну, нормально.
Сова норм. О, вы тоже угадываете. О, да, вы, ребятушки, все, вот это я придумал. Сосредоточено. Уф, я же испугалась иначе. Собака. Собака писает на дерево, собака гуляет с хозяином, но она возле дерева. Так, интересно. Это змея? Змея? Это что такое? Вендетта? Так, ты что-то точно не вырисовал. Слушай, да, хорошо. Стоп, этот я должна угадать? Да. Это готовый рисунок. Собака мне писает на дерево. Ну, окей, хорошо. Только у собак, ладно. Да. Или людям тоже не пишут, потому что больше на человеческое похоже. Это вообще не про фекалии, не про что. Да, я не про фекалии. И не моча, ничего. Это добрый детский рисунок, на самом деле. Вот ты не поверишь. Хорошо. Добавляем элементов. Давай. Я зачеркнул ты, чтобы мне сложнее угадывать. Нет, это тоже антураж. Это все нужно здесь. Давай, ладно, вот так вот, короче. Просто какая-то ошибка природы. Так. Это летающий пес. А, это лось! Это знак. Это реально лось! Это правда лось бы. Знак нельзя? Знак нельзя? Лосям нельзя? Да не знак нельзя, это... А что это? В общем... Не убивать лосей? Не убивать лосей, это 100%, но это не то. То есть, ну вот, давай... Осторожно, здесь лоси? Не здесь лось. То есть, вот это там, это кто? Это собака, кто? Лось. Ну, вот это что все? Писюн. Я не рисовал писюн, ребята, это... Ну, да. Это не мое. Ну, значит, ну, вот, что ну, а их общего между да, что... собакой и лосью? А вот это кто? Я бы здесь рисовал. И вот это тоже человек. Ну, не человек, в смысле, там еще. Там ничего нет. Ну как? Ну, блин, я не вижу. Ну, то есть вот так. Я уже думал. То есть это... вот. Ты сдаешься? Стой. Так, хотя бы на водку, да? Ну, вот. Смотри, то есть, ну, вот лось. Так, собака. Собака. Угу. Вот, вот змея тут была. А, да? Этот писюн, это на самом деле крокодил. Что? А типа, осторожно, злые животные? Стас, что это такое? Я не знаю. Заповедник. Зоопарк, да. Это такие. Это вот мне больше всего нравится. Это крокодил с открытой пастью. А, да? Ну, я просто думал, типа, ну, так он делает, у него такие. Тогда уж поэтому какой-то не доделал. Это не писюн, это реально крокодил с открытой пастью. Я думала, собака, дерево, типа писюн, нельзя писать собакой. А это как бы, то есть, нет, ну, типа они в клетке, типа как зоопарк. Это вот что, а ты много собак в зоопарке видел? Нет, это лось, а это, ну, лиса у меня была. Саша, ты говоришь, да, собака. Ну, какая разница, ну это пёси, а это было типа дерево, и там птичка, ну такая. А, это птичка, я думала, это человек, который собаку на поводке. Нет, типа галочка, птичка. Ладно, хорошо. Мы по одному разу не угадали, и это здорово. Работаем. Так. Это палочка из Тетриса. Нет. А, да. Подожди. Это она есть. Слишком рада. Это в лодке человек, лодочник. Нет, человек, типа... На скейте. Еще раз. Такое на скейте вытворяет. Я пока не вижу, что он вытворяет. Он просто нагнулся. Может быть, там такой, типа, какой-то флип. Бэк. Нет. Окей. Вот, значит... Это, значит, у нас идет человек... Мусорное ведро, бомж, мусорка кидает мусор в бак. Нет, человек типа, ой, сложно. Нет, ты рисуй. Так, я рисую. Не полагай мне ртом. Так. Человек выбросил что-то в мусорку. Это один человек. Это удочка. Нет. Как нет? А он нагнулся? Нагнулся, так, и что, на чем нагнулся и зачем? Поднять палку. Какую палку? Ну, тут палка нарисована. На одном из твоих рисунков нарисована палка. Просто места больше нет, это то же самое, что здесь. Кинул палку? Нет, нету палки, забудь. Окей, вот так. Нагнулся, чтобы завязать шнурки. Нет, как, на мостик нагнулся? Сейчас так шнурки завязываешь. То есть это
Он спину прогнул. Да. Он упал, гололед. Гололедица. Нет, нет. Он специально делает. Он гимнаст? Почти. Акробат? Нет. Женщина? Да, это может быть и женщина, но зачем? Зачем можно прогнуться? У меня плохие мысли в голову лезут. Нет, она одна, или он. Окей, смотри, человек нагнулся. Йог. Да. Потому что это подстилка. А вот это, вот это он как будто мусор. Он прогнулся такой, оп, это мостик. Как будто мусор выбрасывает просто. Да, похоже. Ну вот, йог выбрасывает мусор и нагибается за палочкой. В принципе, триптих... Ты много видел, что так нагибались? Я не понял сначала, что он спину прогибает. Слышишь, голова это пузо, непонятно? Вообще не очень понятно. Ой, аж слезы потекли. Шнурки всегда на мосту так стою и завязываю. Ты попробуй. Это новый челлендж на Миленином канале. Смотрите через неделю, да. Ломайте спину полностью. Господи, опять экран. Это жизнь видеоблогера просто выматывает. Так, ну я же говорю, человек экран, так. Что это такое? Можешь почетче рисовать? Нет, я же не вижу. Это мастер-класс? Это школа? Да, это ж... Парты, дети и доска с учителем. Ну, клево же. Ну, молодец. Правда, парта треугольная, ничего страшного. Значит так. Я, говорит, нарисую зло сейчас. Это человек. Это второй человек. Так. Это драка. Это... Нет. Смотри. А, ты говорит, это самое. Это драка никакая. Так. Это кошка. О, это Панин. Из-за тебя тихо. Вот смотри. Это так. Панин? Нет. Какой Панин? Я не знаю вообще. Все, смотри. Только с кошкой? Нет, смотри. А значит... Два человека. У этой? У этой, то есть это уже женщина. Шляпа какая-то у них. Шипокляк. Это лиса Алиса, это подвозили, это короче, Борисова. Вот значит. Это японское лицо. Нет, это одна из этих. Это злючка. Ну еще бы. Так, значит. Это опять. А здесь видеоблогеры. Значит. Вот на этом рисунке злючка хватает собаку за ухо. Вот, ну... Ну, и, короче, вот такое... А, живодерки, да, эти, да, хабаровские, да, живодерки, фу! О, собака, смотри. Это свинья. Молодец. Ну, посиди. Я только художественную школу. Ну, по последнему рисунку и вы пишите в комментариях, кто же победил в сегодняшнем дро-батле. Дорога? Нет. Опять экран? Это похоже на шоколадку. Плитка шоколадки. Нет, это человек. Точно знаю. Ты всегда их так рисуешь. Человек с топором. С чем-то, что больше него самого. Вонь исходит. Это завод. Еще человек. Ага. И еще. Три человека. Четыре. Это тоже. Ну да. Но это не человек уже. Ты понимаешь, человек отдельно? Ты какой инопланетянин? Ты всех одинаково рисуешь. Ты понимаешь, где человек, а где нет? То же самое рисуешь. Я же твоя мысль. А это сковородка какая-то, котел. Они на даче шашлыки готовят? Нет, похоже. Это кафе? Кафе. Ну, это... Практически. Но ты вообще, ты вот близка очень. О, господи, что-то там еще и горит. И запах, да, это запах? Это пекарня какая-то? Нет. Как, что еще там, короче? Сложно. Но заведение, где люди едят. Столы стоят, люди, ну, ресторан. Ресторан для элитных. Да не для элитных. Знаешь, ну круг.
кругу все. В общем, как называется ресторан, когда много? Когда много чего? Ресторанов, видишь, это рестораны все разные. Окошечко. А, в таком центре? Да, как называется? Сейчас, тихо. А зачем там линейки? Ну, это типа, такие крошка, картошка, могу... Да, как это называется в общем? Ну, еда вредная. Хорошо, вредная еда как называется? Фудкорты. Да, фудкорт, все. Это столы, а это люди. Я это поняла. Но ты видишь, их рисуешь как людей. Типа, лоб, голова с ручками. И такое, а ты поняла, значит, можешь не рисовать. То есть, здесь это типа там Макдональдс, это типа все пахнет едой. Понятно, это прям. Это фудкорт, ребята. Это столы, это люди, это вот заведение с запахом еды. Все просто вообще. Давай, последний у тебя шанс меня обскакать. Давай. Все, я придумала. Давай. Я придумала. Что это мелочи какие-то? Это шут гороховый. Это в колпаке человек. Повар! Спрашивает повар. Какова твоя профессия? Ну, почти. Это который выдувает змей. Это мышка. Это Дед Мороз. Это мышка. Это кошка. Мышка-кошка, репка. Ну как, мышка-кошка, репка. Это опять птичка какая-то. То есть это звери, это волшебник. Волшебник. Кто? Изумрудного города. Оно? Нет, оно. Оно? Она. Она. А это волшебница? Ну, не совсем. То есть, ну, имя нужно сказать конкретно. Нет, не имя. Но она не волшебница. Это... Она такая, типа... Она веселый человек. Нет, не веселый. Злой. Да. Злая волшебница? Нет, ну как называется злая волшебница? Кикимора. Да, нет. Как называется? На В. Ведьма. Да, молодец. Ой, что-то шляпка. Ну вот как бы, ребят, это антураж. Вот у нее черный кот, мышка бегает, она ее туда же в котел свой, и ворон черный. Смотри, галчонок какой. Если видите черного ворона, то вы не правы, это галчонок реально. Итак, на этом все. Решайте, кто победил, пишите в комментариях, у кого получилось реалистично рисовать, у кого лучше и смешнее получилось угадывать, и мы будем это все читать, и надеемся, что вы поржали так же, как и мы, потому что нам было лично весело. А на моем канале вот прямо сейчас вышел ролик с Миленой, то есть это второй сезон Welcome, моего очень сложного и трудоемкого проекта, вышел, и вот первый гость в втором сезоне, это Милена. И там тоже весело, интересно, и да, вы узнаете про Милену кое-что интересное, секретное и важное, да? А там было такое? Там было такое, я ничего не вырезал, там прям вот вся правда. Даже я посмотрю. Матка. Вся. Ссылки в описании, вы лучше всех, Макс Бранд, Милена. Ставьте пальцы вверх! Подписывайтесь на мой канал, на канал Макса, смотрите наше видео на его канале, и до встречи, пока!